за пределы страны ни ногой. Выезжать из Молдовы запрещено гражданам, которые находятся в карантине. Об этом говорится в пресс-релизе пограничной полиции. Там также отмечается, что нарушителям положения грозят штрафы. По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в настоящее время под наблюдением врачей дома находятся 7314 человек. Это люди, приехавшие из зон риска, контактировавшие с зараженными COVID-19 или же пациентами, у которых подозревают вирус.